Всем привет, роднулькины! С вами в эфире Шепард и, блин, у нас Resident Evil Village. Ну, ща позырим, что это. Пошла же. Привет, Андрюшка, спасибо за комментарии, за лукасы, за усё. Ща посырим, что это такое. Что это такое и чем его это употребляют. Так, окей. На пару часиков позыркаем. Так. Здорово. Так, все вроде бы идет, все вроде бы работает. Надеюсь, никаких казусов не будет. Все, шепчат подрубился. Новая игра. Диско обычная, хардкор. Обычная. Памперсы одел. Да ладно, не играл, не видел, посмотрим. Ну, уже как бы относительно... Уже игра отшумела, конечно. Игра уже относительно отшумела. Одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалунье хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» сказал. Не понял, это при Она чем испила тут? Густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач. Манго! И одним щелчком пальцев Тама превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» – позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда только ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Что-то не понял вообще. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Так я сам не пойму, при чем здесь. Ведьма. Мрачная. Странно, это вообще та игра. Ты даров взяла спал. А, господи, это ребенку читает. Теперь ты нам должна. Пипец, блин. И ведьма заперла девочку. Да, качество картинки, конечно, хорошее. Все. Уснула. Что за жуткая сказка? Ей же 6 месяцев. Village Shadows. Ведьмам сказали, это местная сказка. Такой деревья чего, призраков, что ли? Ну и Роза-то не против. Санёчек, это ты мультик про Серегу снял. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Это ты, параноик. Да не... А, ладно, прости. Но я не параноик, я осторожен. А им нот параноик. Когда осторожно, неси дочь спать. Я буду редко писать в чате, смотрю стрим. Я скоро да уже. Все ж будут смотреть. Я ж тоже как бы смотрю. Все хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу ее. Так,
Шо? Куда? Зачем? Почему? Ты что-то сказал? Шо, нам надо уложить ее, блин, походу. Тут рыба покрупнее. Ага. Ага. Так, ну что, уложить, наверное, на второй этаж, блин? Хз. Не орать. Чего? Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Так, и куда ж тебя уложить-то, блин? Где тут детская-то комната, блин, хрен поймешь. Почти пришли. А, то есть, типа, мы в правильном направлении идем, что ли? А, точно, ляя, как чутенько, а? Мастерство не пропьешь, блин. Вон ее это. Кироватка. Вот так, солнышко. В духовку. Не волнуйся. Я буду внизу. Папа защитит тебя от чудища из сказки. Я буду внизу. Ладно, чешем вниз. Вниз так вниз. Все, мама, спать уложил. Давай, это шпили-вили. Бухаем и вперед, короче. Все по полной. Все хорошо? Да, она спит, как младенец. Вот я ж Ситис так же и пришел. Не трогай. Чорба из овощей. Это местное блюдо. О, смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. О, так вот. Но а сейчас второго дитя делать будут. Тогда тебя лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься. Просто вот мы встретились в Луизиане. Беременность. Потом Крис перевез нас сюда. Боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все серьезно? Будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Нет, честно, давно было. Не помню. Просто не понимаю, почему ты так... Ой, бля. А? Ой, бля, это пуля. Мия, ложись. Ого. Мия! Начало такое, ничего так. Мия, Ань, боже. Хитмен пришел. Крис? Какого черта? Прости, Итан. Нет! Что в ней там уже сколько пуль было? Что происходит? Андрюшка, привет. Пушка, обязательно пройди ее полную. Не так я не бросаю игру, я допрохожу. И она не такая уж длинная. Сегодня днем, а завтра вечером хочу ее запустить. Сегодня штурик вечерний. Иди! Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Роза! Все, уходите. Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Resident Evil 8 Авно. Ну, на вкус и в цвет не все фломастеры одинаковые. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует?
Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Черт. Я должен ответить. My Little Angel. И... My Little Angel. О, Боже. Что за чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал. Сука. Сука. О, сука. Черт, что тут случилось? Ой, что тут случилось? Так, а что тут случилось, блин? Так, ну тут походу ни хрена нет. Блин, что-то прошуршало. Замёрз, что ли? Ёптерный. Это наверху есть. Птичка. Опа, ворона. Любимый на серьёзной птичке. Дима, привет. Ля, тут кто-то ворон покрошил, блин. Сереге хорошо, что нет. В группе оповещения о стриме. Спасибо. Хорошо, что не ночью играем. А так бы сейчас уже пришлось первый памперс поменять, блин. Бля, это кто это был? Кладочка. А чё не... Я же говорю, хорошо хоть не ночь было.
А чё, посмотрел и всё, верёвка. Он сразу тебе мыло, верёвка, иди вешайся. Чё он не берёт ни хрена? Ну ладно. Водичка. Судя по направлению, куда он крутил, он, скорее всего, закрыл. Что это за... Ёпта. Бомж. Бомжа-дом какой-то. Не, ну чё сразу в подвал-то, блин, ёпта. Может, я не хочу сразу в подвал. Там, кстати, на улице ничего еще не оставалось. Блин. Чё сразу, чуть шо, сразу в погреб. Что за люди такие-то, а? Больше ни хера нету, блин. Да, походу тут без вариантов. Ну ладно. Подвал, так подвал. Блин. Что там как-то короче, икона, что. Или даже. Блин, как-то на херово обращается. Ой, какая красавишна. Тут топорик какой-то. Так а я шо, по-твоему, ищу уж, блин. Веревка была, не дали, блин. Ни хрена не дали. Ищу. Обача. Кровища. Фу, бля, это мышь. Господи, вот все равно. Морально ж готов, что сейчас что-то должно, может быть, случиться, блин. И гасса, даже мыши испугался, блин. Не, ну это не смешно. Я один, походу, только дернул-то. Так, а шо? А дальше что-то я тут вообще... Мать моя! Шо це було, блин? Йогурт без даты. Ёперный театр. What's happened, блин? Чё-то, блин, случилось, а чё хер поймёшь? И шо, у нас тут как бы вариантов-то немного. Странно. Че, все, больше тут, ну тут походу внизу больше ни хрена нету. По крайней мере, это мы смотрели. Тут мы прошарились. Ну ладно, идем обратно. Или берды, там, видишь, что-то игнорирует. Он же в конце написал, зачем тебе резидент? Мать моя. Не, барабашка все-таки скотина тут бегает. Он что-то там против резидента, там что-то мягкого. Бля, барабашка тут где-то бегает. Ух ты, ёб туда, блин. Что, прям вот так вот? Оттолкнуть не проще было, а шкаф. Сережка, привет. Кто это сделал? Да, кто?
Кто это сделал? Кто это сделал, бля? А? Киллер-дебилер-ды, блин, какой-то просто. Ладно. Короче, веревку так ты и не хочешь, да, брать. Засранец, блин. Ладно. Походу нам говорят, нам сюда. Потом твое сердце скажет, что тебе либо Теперь же либо останавливаюсь я. Да. Я же говорю, что завтра-то я буду вечером играть. Планирую. Сегодня мы вот так вот, днем хоть. Так, там у нас осталась-то веревка какая-то. Мы ее пока, получается, не попользовались ей. Больше там, походу, ничего не было. И портрет этой какой-то тёлки. Чёрт, где я? Ух ты, ля, ого. Замок какой. Ни-у-а себе. Так, а мне скопчать-то, блин. Он портки взял и вперед, блин. О, лошадь. Мясо. Мясо еще дымится, блин. Няма-няма, вкусняшка. Еще один какой-то бомжедом. Чесночок, лошадь. Мясо есть, чеснок есть, все, можно готовить уже. Замок несложный. И надо же хоть чем-то его сковырнуть-то, блин. Надо хотя бы ножичек. Может, они отошли? К Дракуле? Хрен его знает. О! Блин, я бы такую херню не ел. Тут какие-то помои просто, блин. Не, что-то прям аппетит даже не возник. Так, надо найти чем сковырнуть этот ящичек. Типа ножичка. Ножичка нема. Странно. Замок несложный. Зашибись, конечно. Ача, блин. Ладно. Замок несложный. Богданчик, привет. Давненько что-то тебя не было видно. Шприцы. О, тут бомжи на наркоманах живут. Все, я блядь, тут шприцов, блин. Бомжи, наркоманы, все. Понял. Так, что-то мы как-то далеко уже уходим. Какие-то цыплята дохлые. Это мы далеко. Здесь нужен другой предмет. Пипец, блин. Сортир. О, вот это наша тема, блин. Ёб туда. Кто ж так с туалетом-то обошелся-то, а? Так, что-то как-то... All inclusive, точно что. Так, а блин... Пока что-то мы ничего не находим, что можно было бы использовать. Там надо типа ножичка. Тут какая-то рукоятка нужна, я так понимаю. Но что-то как-то мы далеко уходим, если честно. Don't enter! Не входить. Бля, тут что-то, блин, слишком дохрена вариантов. Куда можно еще идти? Don't worry, be happy. Блин, тут так и потеряться можно. Идем, 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 идем. Бля, блин, да ёпта, да хоры, блин, что ж все закрыто, блин. Чувак в туалет хочет, а все сортиры там забиты, а тут закрыто, блин.
Матери божья, так что ж там такое-то наверху-то, а? Улья! Что это за это? Знак какой-то интересный. Да, это типичный ульяновск. Совершенно верно. Ну вот нахер мы вот все открываем. Бля, открыть-закрыть. Вы что, приколисты, что ли, блин? Чё он нихера не берет? Я ничего не понимаю, блин. Стринно, блин. Чё он, блин, открывает, закрывает, нихера не берет. Чем дальше я ухожу, тем, блин, что-то сильно дохера вариантов, куда идти, блин. Пипец, ладно, ну иду по правилу правой руки. Что, что случилось? Это меня бродит. Так, как кто ж еще? Видите, его на стриме нет. Шо-шо-шо-шо-шо? Кладбище, мастерская, место ритуала. Мастерская. Кладбище, место ритуала. Так, ну тут завалено пока. Блин, что-то я нихера пока не взял, не вообще, блин. Что-то как-то не нравится. Замок. Заперто, хозяин отсутствует. Зашибись, блин. Сортир. О! Хоть тут можно отвернулись. Сейчас я тут свои дела порешаю, блин. Изучить. Пипец, все заперто, блин. Да что ж такое-то? I'm home, бля. Так хре там шарится, блин. О, слава богу, нож. Это мы можем, по крайней мере... О, и атаковать, и сковырнуть, блин. Йо, я теперь вооружен и опасен, блин. Йо, работает ульяновский спецназ, блин. Все просто убежали из дома? Блин, мне кажется, или там в воде что-то плавает? Так, вот теперь можно вернуться как минимум к ящичку. Получается. Все тут вроде нихера нету, кроме... еды, которую я бы никогда не ел бы. Какие-то пиксельный суп. Да вообще, да, у них еда какая-то отстойная, блин. Черт! Очень смешно. А это как? А так можно было? Льва, я ж сюда зашел. Что за хэ, блин? Ну, начинается. И как мне интересно, и куда мне? Интересно, девки пляшут. Я что-то как-то и вариантов не особо-то вижу, блин. А, вот он, вариант. Бля! Нет, нет, я свой. Ты дурак, что ли, а? Кто такой? У, бля. С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Что происходит? Я не... О, нет. Они здесь. Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой оружие. Да, у меня есть нож. Это все, что есть. Бери. Уже хорошо.
Что здесь творится? Бля. Эй, ты меня слышишь? Эй! Мать мне! Что за... Я тоже так подумал. Что за... И промолчил дальше, блядь. Мать! Сука! Сука! Ой, сука, блин, а! Ёханый кибастуз. Мертвец! Да нет, он живее всех. Стоп, живых. Тут тебе так еще... кажется. Они просто спят. Так, у нас есть пистолет. Правда, как стрелять, ХВВ? Ну ладно. Господи боже. Да что за хрень тут творится? Там живой кто-то, что? Отвали! Что это, блядь, было? Может, ты стрелять будешь, а? А ну, назад! Бля, да иди нахрен, а! Мужик, я тебя не трогаю! Да сколько ж тебя, блин! Пипец, блин, а? Какого черта? Глянь, а че на него? Я на него в голову уж целился. Че, сколько патронов до хера ушло? Я так не договаривался. Что это вообще было такое? Болторез. О, наша тема. Нож. Тыры-пыры, предметы. Лекарства. Так, ладно, это все, конечно, интересно. Походу, больше ни хрена нету. А, болторез. Уже нормальная тема, блин. Так, и куда мы зашли, куда мы вышли, что-то я запутался. Так, ну подождите, давайте мы отсюда пока не будем валить. Может, тут еще что-то есть. О. Реагент. Реагент. Чего-то реагент, хер его знает. О, трава. Серёги нет. Все, я побег. Санёчек, хорошо погулять. Создайте, так, создайте чего? Предметы в меню создания. Подняйте предметы. Ну, а как создать? Предмет для создания.
А, вот это мы, наверное, уже создали, что? Ага, я понял. Ладно, не тупой. Лекарство мы создали, только хз, как его выпить. Так, оттуда нас выкинуло. И тут, походу, больше ловить нечего, да? Ковры, как у меня, прям персидские. И тут больше ни хрена нет, да? Прям совсем-совсем. Может, хоть что-то? Контрол использовать аптечку? Ну, пока я не хочу эту... Я не хочу просто так ее использовать. В крайнем случае настройки можно глянуть. Где оно, блин? Что-то подвисло. Подождите. Камера. А, управление. Лечение, да, контр. Контрлы. Ладно, это нам пока не алё. Так а я о чём? Поняли, какие там гуманоиды живут, блин? А я о чём? Я давно это подразумевал. Просто вам не говорил. А вы там в Ульяновск, Ой, мать моя, там к телу затащили-то, блин. Знаю, вот чувак идет, ему прям не сыкарно. Я бы оттуда уже, блин, куда-нибудь бы, блин, свалил бы нахрен, блин. Ну ладно, идем смотреть. Ничего, зашибись. Изучили. О, наша тема. Патрончики. А зачем мне каждый раз открывать? Ну, нахера нам это делать? Патрончики, мои патрончики. Ладно. Идем дальше. Мамочки! Опять кровушка. Так, спокойно. Вы можете забрать дверь стеллажом? Давай. Сзади никакая собака, чтоб не сбег, блин. Тебя валить будем, демона, блин. Мамочки. Что так тебе напряжно, да? Но он же был здесь. Реагент. Сука. Ах ты ж твою мать, блин. Так же ж можно и родить, блин. Фу, у меня аж мурашки по коже. Да ну нафиг, блин. Так это ж не ночью играем. Фу. Ну где ты есть, блин? Собака бешеная. Блин, да откуда ж тебя ждать-то, а? Евпатий Калаврати. Что-то мне это не нравится. Ты ёбушки-воробушки. Ой, мамочки, блин, да твою мать, сдохни! А что ж так, так до хера, блин, вы чё ж не сдыхаете, да? Чувак, у меня так патронов никаких не хватит, блин. Шо взять, блин? Шо это мы взяли с него, блин?
Это все? Фу. Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... А, деньги, я понял. На краю поля. Выжившие? Так, ну все, тут походу ловить нечего, да? К дому на что-то на краю поля, блин. Алло, а что такое? Вот так. Блин, у меня 11 патронов, и мне это не нравится. А я так понимаю, мы в туловище стрелять практически бесполезно, да? ХЗ, были мы тут, не были. О, твою мать, блин. Ребята, вас тут не до хера, блин. Ой, на 11 патронов вас что-то тут сильно много. Сука, блин! Как мне пережить эту атаку, блин, да ёпта, блин. Бля! Да иди ты в шоку, блин! Да ну нахрен, блин! По-моему, им похрену нож. Что у меня траву какую-то оно все время показывает? Она хрена. Все, я ему мочканул, ёпта, блядь. О, так не, ну пацаны, не, ну блин, ну как я тут могу с вами тут воевать-то, блин, ёжики курносые, блин. Да ну это бред, блин. По-моему, надо бежать, блин. Ой, бля, нет. Ой, херовая идея. Да нет, ну их реально это. Их реально много, блин. Да, кто стреляет стрелами какими-то, блин. Предлагают покурить с корешами. Что-то я не понял маленько. Ну их дохера тут на 11 патронов, согласитесь, блин. Их слишком много. Кто просто любит жизнь. Что-то я ничего не понял. Я ж не прорвусь всё? Просто через них, блин. Точно без вариантов, блин. А вот тут он никак не хочет там залезть, типа, блин. Фу. Не. Если
Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к дому Луизы. На краю поля. Выжившие? Так, ну вариков тут, я смотрю, что-то вообще маловато, блин. Сюда мы разве что не ходили. Заперто с другой стороны, зашибись. Ну там бочка, вы видели, она взрывается. То есть надо постараться как можно больше их выманить сюда, к бочке, блин. Где эта гребаная бочка была, блин? Что-то я уже хз. Что-то ее уже и не вижу. Полевую бутылку. А где бочка была? Я ж взрывал, блин. Может нам как-то прикинуться, блин, что нас тут нет? Да и вот, а если бы, так хоть бы ружбайка была, блин. А то ж даже ружья нет, блин. Мне кажется, как-то надо мимо них, блин, попытаться. Потому что писец их тут до хера, блин. Закрыто с другой стороны. Подождите, а если их... отсюда вот оно открывается. А если мне их заманить, блин? Смотрите, ребят, я ж могу выскочить через эту дверь, получается, и их закрыть там. Умён, блин. Блин, нахера я это... Ребят, я случайно нажал, я клянусь, я не хотел на контр нажимать, я ошибся. Я ошибся! Так, а бежать нам туда получается, да? Этот город. Стоп. Короче, мне их надо заманить. Тут мы тоже ни хера не можем пройти. Блин, я взял здоровье и потратил просто так, блин. Тупому, блин, нахерить. О! Так можно было? Интересно. Так, ну мы что были, в принципе. Мы тут были, тут уже ни хера нету. Новое тут вряд ли появится что-то. Короче, выход один, их надо выманивать. Чего они меня сейчас не трогают? Ни хера непонятно. Ля, они везде тут, просто все пути перекрыты, блин. Что, стрельнуть что ли в одного, блин? О, пошла жара! Эй, чунга-чанги, бля! О! Чунга-чанга! Сука! Сюка, 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 закрывай дверь. Ты, блин, лошара, блин. Ёб туда, дверь закрывай. Ля, она не закрывается.
блядь, а что за херня, блин? Она же должна была закрыться. Да, бля, иди нахрен. А патронов-то нету, бля. Да сколько можно? Что это за х... Да закрой ты дверь, бля. Шо, оно то высвечивается, то не высвечивается. Херня какая-то с этой дверью. Побежали нахер, что-то херня какая-то полная просто. Вы издеваетесь? Нихера не могу понять. Что-то не то и что-то не так, блин, честно. Я думал, блин, там засов должен закрываться, открываться. Бред какой-то. Не понял я юмора. Дед Рома, Роман, привет! Для лучшей проходимости игры нужны 3D очки. Всем привет. Радуйте. На это жалко смотреть просто. О, это... Всё? Явился критик, блин. Критик пришел. Фу. Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к дому Луизы. На краю поля. Выживший? Блин, ну это херня какая-то. Нет, что-то не так. Что-то не так. Надо куда-то прорыть. Бля, то я опять второй раз... А где перезапустить, блин? Я на контр случайно нажимаю и лекарство трачу, блин. Нет, нелегкое. Не поверишь, блин. Блин, я случайно на контр клацаю и лекарство, блин, трачу. Все? Так, ну что тут можно придумать, а? Надо как-то про... А начинаешь стрелять, все, они все несутся, блин. Может, как-то можно мимо них проскочить, а? В каком начале я уже тут хер знает куда прошел? Слушайте, вот он меня, по идее, не видит, блин. Трава в иллюминаторе. Трава в иллюминаторе. Бля, он спрыгнул.
Что значит бежать? Да не хочу я бежать никуда, блин. Вот так, красавчик. Просто красавчик. Ща, блин, валить буду через дверь всех, блин. Ух, ружье. Ебой, бля. Ну иди сюда, сука. Не побоюсь этого слова, блин. На! Ты ёба, а как? Иди нахрен! Мужики, блин, ёпта, по одному! Да сколько можно? Да иди нахрен, блин! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, нужны патроны, блин. Ну... А, у меня нету одних ржавых этих, блин. Ёверный театр. Да, бля, ну пацаны, вас тут много, блин. Бля, пацаны, по одному хотя бы, бля. Блин, ну ты дерзкий, блин, типа. Один остался, бля, не умирай, еще один идет, блин. Манал меня, блин. Там еще один тусуется. Ну как так-то, блин? Хит, блин. Ржавые обломки, я могу сделать патроны, по идее, блин. Так, спокойно. Патроны для пистолета. Чё только для пистолета? А для этого нету, да? Херово. Да уйди нахрен, бля! Матерь Божья, блин, да что ж тут творится, блин? Пошел в гопу, бля! Четыре патрона, ну это ж ни о чем, блин. Ой, матерь Божья, и оттуда, блин, и оттуда, блин. Мужик, я был неправ, блин, прости, извини, пожалуйста. Yeah.
Сдохни! Сдохни, блин, черт! Голову, ага, попасть бы еще, блин, голову. Так, и что мы имеем, блин? Бля, еще один. Уйди, противный, блин. Уйди, блин, мерзкий. Да вали ты его уже, блин, да сколько ж можно, бля. Вот это пипец какой-то, ребята, это просто пипец. Да вы закончитесь. Кто меня шамарнул-то, блин? Откуда ты взялся? Не, ну это жесть какая-то, господи, да это пипец, блин. Да каких смешно, ты сам попробовал бы, а потом бы вот это вот пищал бы, блин. Блин, да что я тут с ножом должен всех, что ли, перебить? Да как так-то? Да сдохни ты уже, а! Не заканчиваются просто, ну это же бред, блин. Да ну нахрен, блин, ну я ж тут не вечный, блин. Я ж не могу их всех тут перебить, блин. Пипец, котеночку. Да не, ну я что-то как-то это вообще жестко, блин. Так они не заканчиваются. Я что-то не понял юмора, блин. Пойду я от вас нервные клетки. Ой, ось-то. Ля, меня кинуло опять. Да ну на, да нет, это не, я ничего не понял, если честно. Что за бред, бля? Это все? Что за хэ, блин? Я не знаю, я их перебил херову кучу, оно даже не сохранило, блин. Дебилизм какой-то. Выжившие? Иди нахрен, меня нету тут. Ты не видишь, блин. Да
закрывай, ты идиот, блин. О, сука. Пилка еще та, блин. Блин, ну два патрона это ни о чем, если честно. Время для пистолета. Вас тут до хера, ребята, блин. Блин, опять я не туда нажал. Пипец. Похрен, блин, стреляй в тебя, не стреляй. Бля, не туда нажал, мужик, не туда нажал. Вот там шляпа, бля. Ёптуды, блин. Бля, иди нахуй. Да откуда ж ты взял? Я ж тебя откуда не жду даже. Пипец. А патронов-то пипец, блин. Чего мне не хватает? Обломков не хватает. Писец, блин. Попробуй через них убежать. А что-то нихера не получается. Ля-ля, смотрите, ну вообще сзади, блин. Ну это пацан, это вообще не серьезно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, йоу.
Ля, они все за ним, что ли? Ля, ёберный театр. Что это было, господи, я нихера не понял, что это было, но это был пипец какой-то. Я сражался, конечно, не знаю, что определенное количество надо было убить, наверное. Домовой кузет. Я не знаю, как оно сработало, видимо, определенное количество я замочил. О! Бабулька! Эй, постой! Бабулька! Красотулька, бля! Ведьма еще та старая, блин. Хера у меня нету ни патронов, ни гранатов, ни автоматов, блин. Тебе не каратика ловить. Бабка! В жизни и в смерти мы вас славим. Вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды. Они идут. Нет, стой. Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Роза здесь? Жесть, блядь. Жесть, какой-то, господи. Так, и шо, и куда нас обратно кидануло, блин? А тут были чи не были, я уже запутался. Да мама Джогера, да, смех идентичен. О, великие оборони, шутки и волки, древний клиент. Пусть они придут сожрать нашу плоть, придут, чтобы порвать нас клочья. Зашибись. Зашибись. Так, ну тут, походу, больше ни хера нету. Ладно. Блин, деревня большая, тут так просто и не запомнишь, что куда. Встреть карту. Дева войны. Зашибись. Что она как-то... Как-то не двигается у меня эта карта, блин. Поиск завершен. Не исследовано. Ведется поиск. Текущая позиция. R. Переместить. Масштаб. Это понятно. Что-то у меня это. Не перемещается она. Странно. Порох. Где он был? Что мы так нихера делать и не можем? Металл надо. Так, ну тут понятно, тут завалено. Тут тоже, походу, нас не ждут. Тут сейчас снова рукоятка типа нужна. Нихера. Ага, значит, о, хотя бы ломки, хоть припасы, боеприпасы можем забабахать. Ошибись. Что-то.
такая замечательная вещь. Мы создали эти козьи обереги, чтобы защитить деревню людей. Всякие, кто сломает их. Гнев матери Миранды. Сломать, что ли? Заводи трактор. Не заводится. Не заводится. Опача. Что это за... Что это за керп стилый? Ошибись, блин. Карта, походу, блин. Где не случится беда, отыщи родовые гербы. Один из них находится в церкви, другой в доме Луизы. Церкви мы, походу, взяли, я так понимаю, я в церкви. И, бля, еще один в доме Луизы. Очень интересно. В доме Луизы. А где, мать его, так? Блин, почему она не перемещается? Ни хера не понятно. Почему у меня карта эта гребаная? Топ толкнуть просто. А, трактор? Блин, почему у меня карта не двигается? Ну, это неправильно. Странная херня какая-то. Переместить. У меня колесико, наверное, вот это глючит, блин. Поэтому оно, блин... Короче, надо дом Луизы искать. Я уже как бы догадался. Это мы в церкви. Сохраняйте игру с помощью печатных. Зашибись. Сохранил, да? Да. Так, а мы запутался, мы отсюда заходили, нет, блин, что до хера, блин, отсюда заходили. У, бля. Да ну на, бля. Бля, у вас тут двое! Отдохни ты вы уже, а! А сколько вас, вам надо раз в голову, уже ж в голову целюсь, а все равно ему похрену, блин. Ну это ж не серьезно, блин. Нахера мы эти бабки собираем? Нахер они тут нужны, блин? Вообще непонятно. Ну, в итоге бадронов у меня 9. Ошибись, блин.
Станислав, ты привет. Рыбалка в 7 часов вечера. Назад. Нет, не трогай. Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Нам к дому Луизы надо еще одну фигню взять. Игра еще не началась. Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Крутить в доме Луизы. Блин, мне уж не нравится, что карта у меня не двигается. Понимаете, в чем херня? Вот, блин, видимо... Во, у меня проблема с колесиком моим. Как мне переставить? Подождите, можно переставить как-то настройки, блин? Карты, блин. Фигня, блин, оно не переставляется. Твою мышь, блин. У меня колесико, вот я на него нажимаю, при этом оно должно перемещаться. Оно у меня, блин, из-за SnowRunner накрылось. Бля, и как я должен идти к этому дому Луизы, если даже не могу понять, где он? Крутить в доме Луизы, блин. Вот как мне это сделать? Хз. А дом Луизы вот это, походу. Отмычка. Ага. Смог. Так, капец, сам в шоке. Колодец, дело войны. Вот это, походу, дом Луизы. Нам надо выйти. И хз, вот тут мы пройдем. Это получается по левой стороне как-то надо идти, вот тут вот так попробовать. Так, окей. Окей. Эм, ты что, кошок привел сюда? Сортир. Вообще попали, блин. А, так это не понял.
Это и есть дом Луизы. А как я вообще тут очутился? Я ни хера не могу. Бред какой-то. Как я тут очутился-то? Бля. Херня какая-то. Ладно. А что тут можно использовать? А, вот чтобы взять вторую эту херню, надо ключ, отмычка или что-то, короче. Надо попасть в дом. Надо впустить этих двоих, вы что, идиоты? Кого впустить? Вы что-нибудь понимаете вообще, в чем суть? А! Идем! Скорее! Скорей, скорей! Побыстрее ты не мог! Кину нафиг. Да ерунда. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопаснее, чем там. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно! Нам нужно попасть внутрь! Да вы шо, блин? Эй! Кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза! Открой мне! Это Елена! Тихо! Не ори! Они могут услышать! Юлиан, спокойно! Кто это? Это друг! А ну назад! Отец! Юлиан, бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех! Мой отец умирает! Нас это не волнует! Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика! Хватит! Они наши друзья! Прошу, входите! Ну же, сюда! Ты не из деревни? Нет. Я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну, раз ты друг Елены, то мой тоже. Заходи, Итан. Жди здесь, я схожу к остальным. О, сохраниться можно. Так, Луиза, они снова боролись, если скотость так пойдет дальше, блин, на конце не жритесь. Нет, до сих пор не явился, везде его обыскались. Неужто матерь Миранда отреклась от нас? Сюда. Вот сюда. Все уже ждут. Ля, их там целая куча. Это что за хуй? Чужаки, нас всех перебьют! Тихо, Антон. Он друг Леонардо и Елены. Некрасиво. И без него бы справились. Сядь, Итан. Я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека! Тупая плакса, блять! И ты! Пустила этого полудохлого!
Да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра... Завтра мы все подохнем. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана! Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту! Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Ситисы-то едут ни при чем. Они рвали. Стой, Луиза. И рва... А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то... Он за подмогой. Да, он пошел... За подмогой. Он скоро придет. Помолимся. За него. И за всех нас. Это мысль. Да. Вместе. Боги, услышьте нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас пролить свет жизни и смерти. Мой любимый момент. Мы вас славим, Мать Миранда. Сейчас что-то интересное будет. Наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты что такое творишь? Леонардо, ты что? Тебе плохо? Нет! Отец! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Отпусти! Блин, я два патрона обдрадил. Елена? Отвали! В натуре два патрона зря потратил. О боже, мне очень жаль, отец. Слушай, слушай, это был уже не твой отец. Ты все правильно сделала. Елена, Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня. Нет. Нам нужно выбраться. Мы сможем. Надо выбираться. Сбейте из дома. А, сбейте из дома. А, предлагаю на машине. Охрененно, классно тут, много в ящике было чего. Зашибись, Энга. Аленка, ничего, домовой, только через вот это зашел, что-то чудо, всем привет. Привет, родненький. Resident Evil Village. Village.
Шпилевилич. Так, вот это наша тема, блин. Это наша корова, и мы ее думаем. Вот это два патрона, блин. По красоте. Так, ну блин, ладно. Как свалить-то от этого? Возьми отвертку с брелка, если понадобится. Твою мать, а где брелок? Возьми отвертку с брелка, если понадобится. Че ты, блядь, человек ни хера нету, блин. Нахера ему бабки? Странные какие-то ящики, в которых ничего нету. О! Ключ от грузовика! Ёп туда! Точно сейчас поедем. Точно сейчас поедем. А там еще что-то есть. Ёб туда, блин, отверточка. Ай, красавчик, блин. Со временем узнаешь, для чего деньги. Откупаться будем, наверное, от полиции, блин. За то, что много наркоты он употребил, и вот это ему снится, блин. Я так думаю, только для этого. Вот что-то он ядрёное. Быстро разгорается. Употребляет. Отвертка, верно делай, семейная пода, ключ от грузовика. Что ты задумал? Отойди, я попробую сломать. Помоги подняться. И так мог пройти. Огонь! Надо выбираться! Вот лошара. Теперь только наверх. Держись. Залезай. Идем. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся, может, познакомишься. Тихо-тихо-тихо, алло. Давай, выдержит. Вон, это выход. Слава богу. А дальше? В деревне полно этих тварей. Нам не выжить! Их там много! Эй, не говори так! Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет, в нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Тихо, Лен, ёпта. Елена, нет! Отец мертв! Это уже не он! Елена! Позвал меня! Отец! Стой, сейчас все рухнет! Ранний дед с Еленей. Давай, дай мне руку. Они оба капитана очевидности, и батя еще тут. Уходи! Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну. Давай руку! Твою мать! Щайшлик! Щайшлик! Кому щайшлик? Горячий щайшлик. Да. Почему все вокруг умирают? Капец. Я ни хрена не понимаю.
Так, ладно. Поехали дальше. Я не понимаю. Это бред какой-то. Какого хера это снова началось? Черт! Так, и что? Тут, короче, пожар. Значит, нам сюда как-то не уйти, да? Так, теперь же надо там достать еще одну эту байду, блин. У нас теперь есть отвертка. Красавчик. Теперь у нас два герба с демоном. Все, я так понимаю, нам тут больше ловить нехать. Хату спалили, Ленку зажарили, блин. Всех завалили, блин. Кто сам, кто мы, блин. Все, нам тут, мы свободны. Миссия выполнена. Ух ты, ёпта, да, блин. Стреляли. Абдулла, стреляли, блин. Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Мать моя. Ух ты, ёверный театр, бля. Кто это? Что это было? Так. Смешно. Но не очень. Так, вот эта херня, я так понимаю, с отверткой, да, не работает. Опа, бабка, ёпта, бля, бабка. Красавица, иди сюда. Стоп, бабка, подожди, я тут еще позырькаю. Секундочку. Ух ты, ё, вот это наша тема. Вот это вообще наша тема. Мина, бля, ёханый бабай. Вот это уже серьезно, блин. Тут еще и мины есть, блин. Патроны, блин, зашибись. Ля как начало вести, блин. Прямо и везет, и везет. Так, закрыться можно. Так, еще. Бабка! Смерть. Да. Бабка! Смерть настигла их всех. Красотка! Дура, что ли? Больная. Блин, нету у меня что в колодце в эти вставлять, ну, ручки нету. Ручки нету. Так, а мы ж тут были?
мы ж были в этой церкви, блин, сохраниться можно, подошибись. Это уже радует. Так, и шо, фигли, бабка, от тебя толку тут ноль, я смотрю, да? Тут больше ни хера нету, да? Не понял, а чего он отвертку не забрал? О, херня какая. Я думал, он отверточкой будет все красиво делать. Железный ключ с отметкой. Блин, ну как херово, что у меня мышка-то не работает, колесико-то. Я ж не могу, блин, нормально. Железный ключ с отметкой. А, ну это печатная машинка. Это что надо? Херня. Мышка. Блин, у меня мышь. Нербайден. Железный ключ с отметкой надо. Так, ну тут, походу, больше уже ни черта не будет. Так, мы второй герб нашли. Тут больше ни хрена нету. Значит, нам только сюда. О, мы ж можем вставить, блин. Это не выйдет, блин. Стоянка, блин. Так, тут дева, там это, блин. Есть. А, надо еще его, блин. Поставить. Лишь кровь и смерть, да? Чего же веревка нахер она будет? Нужна. Ля, какой красавчик. Я думал, никто не выжил. Взялся такой-то. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? Оу, так ты не местный. Еще лучше. Матерь Миранда будет очень довольна. Круто.
Да не ной ты. Почти пришли. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим ее кровь и наполним ею для вас бокал. То есть... Да заткнитесь нахер! Что? Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше отдай его мне, и тогда все поразвлечутся. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да-да-да. Я всех вас выслушала. Кто-то был более убедителен, кто-то менее. Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь ты. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя, а его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды? Для тебя твои железки важнее, чем любая. О, конечно! А ты все жрешь! И тебе вечно мало! Эй, меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо, мать. Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Из какого интереса? Итан Уинтерс. Готовься. Нет, стой! Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. А, господи боже! Беги! Беги или умрешь! Куда сюда? Молодец, Итан! Вы бабочки! Твою мать! Бля. Сюда. Не сюда же. Сука! Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. Оу, ты же не надеялся, что я тебя отпущу? Мне нужно развлекать Тонну и Моро. Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. Обожаю свежий фарш! По-американски! Что это было-то? Ёлы-палец. Вроде же. Стоп. Роза у этих психов? Так, ребят, сейчас будем уже заканчивать.
Прикольная игрушка. Ничего не скажешь. Где бы сохраниться, как бы, было бы неплохо бы. Так, а тут... А, мы хотели открыть, и появился этот тип, блин. Мистер Уинтерс. Ого, откуда вы меня знаете? Высший свет от таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня Герц. О, у него что-то купить можно было. Оружие? Боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. Круто, бля. Как желаете. Я раздобыл для вас особый подарок. $1650 у меня, блин. Сердце мордус ваше руно не бесплатно. 100 лет, блин. Так, ну пистолет, конечно, больше у нас, блин. О, 6000. А, не урон, не понял. Чего 6000? 3000, 2500. Так у меня столько бабок нет, блин. Сожалею, но я не делаю скидок. 1650. А это что? А, это можно продать. О! О, ебой. А че оно не это? А, во. Патроны нет, нет. Что так? А, нет. Мину перебьетесь. И все, и больше ни хера у нас нет, да? Ладно, я с тобой. Прошу вас, изучите мои новые товары. Что такое? Дабы увеличить количество ячеек для предметов снаряжения. 10 косарей, ни хера себе. Ставить патроны для друга с помощью... О, 3000, блин, не хватает. Сейчас только игра начнется. Серега, я все, я заканчиваю. Сегодня, завтра продолжу. Снайперские патроны, мины. Отмычка, одноразовый, открывает простые замки. Ноль. Че ноль? Купить товар, да. Благодарю за покупку. Так я ж ничего не потратил, да? Патроны для пистолета, патроны для дробовика. Ноль.
чего он их не берет? А, вот. Да, понимаю, почему вам это приглянулось. Ух, какая херня, бля, 200. Сможете выкашивать толпы тварей. Блин, ляду сколько украшений, нахер надо. Большой магазин, модуль для пистолета. Увеличивает 9000, нихера себе. Так, а что тут еще по древну пистолета? Слушаешь, на халяву. Ага. Ошибись. Вышня древе болтается и радует клад. Вот нахер надо. Болтается, радует. Нахер надо. Так, ну за штуку дорого. Что, наверное, все пока, да? 8000, 9000. Бля, это уже за бабки. Да не нахер. Спасибо за покупку, сэр. И дались. Ты вечером придешь или нет? Так, вот, тут у тебя патрончики у меня есть, блин. Вот этих бы еще наделать. Так, а вот тут, блин, а где бы мне сохраниться-то, а? Интересно, куда оно мне сохранить, блин? Нихера непонятно. Пипец поджимает. Да, ну я думаю, здесь по-любому меня должно было сохранить. А, и все, и обратно хер выйдешь. Ага. Может, Роза здесь? Прикольно. Так, ребят, и все, я на сегодня заканчиваю, потому что через 2 часа наш турик. Движуха, веселуха. Сейчас анонс надо быстро сделать. Мне еще котлеты надо успеть пожарить. Так что, блин, игра класс. Завтра продолжим. Завтра будем вечером играть. Завтра будем играть вечером, поэтому, я думаю, будет все гораздо еще прикольнее, чем даже сегодня было. Прикольная игрушка, ничего не могу сказать. Все, всем спасибо, не прощаюсь. Напоминаю, турик на месяц према ровно буквально через 2 часа. Даже уже меньше по времени. Говорю, до свидания, до новых встреч, через 2 часа увидимся. Все, пока.